Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Boy Ferry Product представляет. Основан на запрещенных в России комиксах. Режиссер лысеющий полуфабрикат. Сценаристы конченые задроты. Оператор полный скуф. А в главных ролях извращенцы в трико и какие-то косплееры. А Дэдпул и Росомаха. Санкционные приключения. Не задолбался бухать в одного? Налей нормальный стакан, и я уйду. Трудный денек? Кстати, есть и другие способы расслабиться, старичок. Привет, мохнатка. Прости, милашка, тренечка сегодня не будет. А вот ты мне нужен. Я больше не косплею Росомаху, это в прошлом. Да хорош. Кто бы знал, сколько я зарекалась не косплеить Харли. Байт на комменты? Ну пойдем со мной, а? Перестань молчать. Скажи что-нибудь. Закрой ебальник. Куда пас? Тебе что, казахи дублировали? А ну-ка, давай-ка прогуляем простату. О, тактильная дисфункция после 40 это норма. Даже у Хью Джекмана было. Что за хрень? Это не хрень. Это Hidden Bar. Лучший бар в Москве. Да я и так в баре. Значит так, Абыстромаха. Пойдешь со мной или сядешь на мой ствол? Блять! Защекант хромированный. А, сука! Работает? Внимание всем косплеерам и хейтерам тоже. Сейчас будет легендарный бой. Дэдпул великолепный против... Ну и артист. Пародия на Росомаху. Вы готовы? Мальчики, делайте ваши ставочки, а девочки просто мокнут в угол. А? Хватит с него на сегодня. А ну-ка, слезай-ка с бутылки. О, фейс-ту-фейс, как я люблю. Вообще-то у нас штраф за курение. Один удар по лицу. Поймал? Кажется, я блеванул в маску. Кто? Там пауки. Вообще-то я проктолог. Это яйца были. Ставлю на бородача. А я ставлю на красную обезьяну. Сделать массаж простаты. О, удары слепого? Дисней мне такого не простит. Девочки? О, пауки! Опа! Значит, так, лохматый! Да! Что? Что-то в глаз попало! Да, щиплет, сука! Спасибо, бабуль! О! О. Так! Ох, ёпты! Тебе бы в Турцию на пересадку! Зачем я свалил с экскурсии? Я только начал! О, массаж простаты все-таки сработал! А на эффект с порталом денег не было, что ли? Так, что у нас дальше по сценарию? О! Эй, старичок, ты там гадил, что ли, сидел? За туалеткой выскочил, есть только такая. Жжется, да? Вообще-то, я не люблю избивать старичков, но для тебя сделаю исключение. Иди ко мне, сладкий. Эффект. Приглашаю вас на танец. Ча-ча раз, ча-ча два. Сейлор Мун. Это у вас семейное, что ли? Сзади страховать. А я думал, после Логана ты не появишься. Неплохо выросла так-то. Прости. Но свидание только с одним Росомахой. Блять, и здесь шишка встала. Ух. Ох. Да, точно. Ух ты, котята. Наелись и спят. Блять! Я опять в пролете. Так, с первым Росомахой пролет, второму вообще два понедельника осталось. Надеюсь, третий не Генри Кавилл. Я Дэдпул, сделал дело, подсмахнул. Да.
ровном месте. Захитят же, соки. Погоди, ты же не Хью Джекман. Да и костюм не желтый. Не-не-не-не-не. Я же говорю, мы можем хайпануть о всем этом. Какие же вы глупые. А мне похуй. Значит так, ты пойдешь со мной. Чак Норрис маникюрный. Повтори. А мне сказать своим голосом или позвать Петю Гланса? Хотя он бы, наверное, дел по горло. Или череватика не отпустил. Блять! Сука! Опять повелся. Ладно. Режим. Жопа надирателя. Погнали. Вперед, мой герой! Сделаем рекламу пятерочки! Боже, мне нашел героя! Все! Задрал! Солнце зайдет. Мой зачекай. Доброе утро. Выспался? Бар закрыт. Это ж надо такое приснилось. А ты уверен, что это был сон? Погоди. В замок заклинил. Так-то лучше. Райан Рейнольдс? Нет, блядь, Гослинг. Подними. Очки! Не забудьте! Давай, давай, не забудь, стереть мы, блядь, покончим! Всего хорошего! До вечера! Закончилось. Секунду. Ну а здесь мы сделаем небольшую паузу, чтобы понять, что это самый приятный ракурс из всего фильма. Да и вообще у нас бюджета-то не было, и это кассирша из пятерочки. Надеюсь, хотя бы эта задница окупит наш фильм и заслужит твой лайк. Ах, да, точно, фильм. Так. Нравится мне это все. Прикольно мы его развели, да? Пиздец. И лайк не забудь поставить. Не подписался на канал? Глянь штаны, писюн пропал. Пока-пока. Вот этим местом я спас вселенную Марвел. Ты закончил? Нет, это я тебе еще про Олимпийские игры в Париже не рассказал. Я пошел. А ну, живо сядь на место, каратель с телом подростка. Зритель должен знать, кто меня сыграл. И пока Петя Гланс был занят озвучкой фильма от РХС, озвучил меня этот лысеющий скуф. Ты охуел? О чем я? С появлением Питера и его адвоката наступают красные дни. И, кстати, там появляется... С кем ты говоришь? Там же никого нет. С ним. Да. В общем, мне пора мир спасать и над рекламой Ростик соработать. Услышимся в кино. Угу. Тик-тик.